Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 2x8. Почти такую же, которая уже стоит, только там у нас стоит 2,5x8. Это будет двушка. Пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Заказ теплицы мы поставили, закрепили к основанию, обшили стены поликом, все прокрутили, установили переливы. Сейчас будем крыть крышу, двери, форчные блоки будут, тут два штуки ручных и система подвески. Завершился у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2 на 8. 2,5 на 8 стоит вот здесь, почти год. Смотрим цельные двери, два форчных блока видим на ручках. Также есть система подвязки по две нитки на каждую сторону. Каркас из... Еще саморез там крутится. Каркас из профильной трубы 40 на 40. Покраска примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. И покрыт также антисептиком с тонирующим эффектом. Цвет палисандр. Все закреплено к земле с помощью якорей. Ну, все, давай, я тут занят маленький. Также есть диагональные усилители, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная, главное, прочная и очень надежная теплица у нас получилась. Уже вторая на этом участке. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.